Да, конечно. Красоту же нам надо наводить. У нее просто заводчица. Она все сама. Снежок и все. Ну, подстригла их. Ничего, ничего. А это все там? Да, они все. Они... И первое время? Или нет, потом? они привыкают потом. Или пока... Они привыкают со временем. Mm-hmm. Просто единственное, что, как бы, конечно, желательно оставлять. Ну, вы первые, да, ваши, я буду, да. Я, может быть, выйду. Они как раз таки... Что делать? Котикую кроска. Крошечка, хорошечка. А может, мне на когда когти подержать его? Нет, наоборот. Она должна приучаться к тому, что мы все сами. Ну, желательно вам первое по ночам там прям почаще ходить, да? На коготочки, mm-hmm. да, чтобы сосудик нам оставить дальше. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Тимошка, ты все лохматый, не бойся. Молодец. Умничка, молодец. Лея, не волнуйся, Лея, все хорошо. Сейчас привыкнет, вообще здесь будет. У меня очень часто клиенты такие, особенно из Маркиза. Они потом еще засыпают в мое время сумочки. Да. Она у меня засыпает, когда ее слушаешь, а еще. Вот он начал. Молодец. Да, она себя прекрасно чувствует. Ну, все равно ж непривычно первое время. Росла на плаче. У нее тело было просто низко. Конечно, забыла счастье. Самое главное, вот слезки ваши, чтобы вы утром обязательно помогали. Я не дам, она не сильно. Какая хорошая. Тоже колтуны, да, у них здесь просто образовываются. Да, именно прям вот впадины поленочечные. Молодец, Лия. Ой, молодец. Лия? Только тебя похвалишь, что? Лия, подожди, потерпи немножко. Там волос на вас. Угу. А вот не было. Все были, что один раз проделал. Потом будет на волосах на 6 оставаться всякой гадости. Я не знаю, он будет болеть. Сейчас окантуем. Да, ну посмотрите, они там все разные. Внизу самые длинные. Все, все. Местные фрейручки. Ну вы прям вовремя на самом деле здесь.
чтобы чуть-чуть, и вот на самом деле были бы здесь уже такие приличненькие колтунчики. Да я вчера счастливаю, у меня шампунь, ой, бальзам, у меня, конечно, так прям хорошо не получается. И она, видимо, уже была скатана, но я не могу выпустить. Когда одеваете, немножко натягиваете. Это чтобы ей не давило, да. Вот так вот слегка. Так, обрезаем, да? Хвостик чуть-чуть. Не, вот прям, давайте прям вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Где, да. Угу. Вот и все. Лидия, можно сфотографировать? Вот так вот потом можно собрать даже. Лия? Так, все, я начинаю стрижку.